вийшов із угоди СНД про міждержавний валютний комітет. А перед тим Міністерство фінансів Казахстану опублікувало на обговорення наказ, згідно з яким через територію України забороняється перевезення підсанкційних товарів до Росії та Білорусі. А ще перед цим президент Казахстану Токаєв заявив, що не визнаватиме так звані ЛДНР, по-нашому окремі райони Донецької та Луганської областей. То що зараз відбувається між Нурсултаном та Москвою? Дізнаємося у казахстанського політолога Димаша Альжанова. Пане Димаше, я вітаю вас. Вітаю вас. Чим можна пояснити такий ланцюжок демаршів з боку Казахстану щодо Росії? Тому що з нашої точки зору, з України, це може виглядати як такий, знаєте, рух геть від Москви. Нет, я думаю, здесь иногда, видите, в ходе информационной войны преувеличиваются некоторые факты, возможно, они не проверяются до конца. Что касается вот сегодняшнего комитета, да, СНГ по валютному регулированию, то есть он уже не актуален с 2013 года. И то, что был указ Токаева, это лишь формальность. На самом деле действует статья 64 соглашения Евразии, которая координирует действия центральных банков, которая гармонизирует законодательство и направлена на интеграцию стран-участниц вплоть до валютного регулирования. То, что чем сейчас занимается Россия, как она укрепляет рубль и как другие страны должны следовать этому. Поэтому здесь всегда надо различать или более относиться к сообщениям. Если мы снова возьмем вопрос о, как вы сказали уже, о том, что Казахстан сейчас рассматривает закон о том, чтобы не пускать часть товаров в Россию и Беларусь, то Казахстан вынужден это делать из-за санкционной политики. То есть Казахстан уже предупреждали о том, что общий рынок позволяет обходить часть санкций. И для России Казахстан является страной, которая открывает доступ к санкционным технологіям. Поэтому ці моменти стоїть також учитувати. Але чи змінилися якимось чином відносини між Росією та Казахстаном після повномасштабного вторгнення Росії в Україну? Естественно, отношения сейчас напряженные, но я бы хотел вам напомнить, то, что Россия была одной из стран, которая помогла удержать власть президенту Токаеву в начале января. Если вы помните, протесты были подавлены с применением армии против протестующих, было убито более 200 человек. Поэтому, естественно, эти отношения, они имеют свою особенность. У президента Токаева собственность в Москве, и его семья находится в Москве. По сведениям Фонда борьбы коррупции Навального, российские власти даже засекретили и убрали из реестра эту собственность, которая указана, записана членом семьи Токаева. Поэтому эти отношения между режимами, они достаточно близки. Сейчас, когда Россия пытается шантажировать европейские страны и усилить энергетический кризис в них, она в одностороннем порядке действует, и, к примеру, это приводит к тому, что срываются поставки экспорта казахстанской нефти через Каспийский трубопровод. Россия это делает в одностороннем порядке и только с учетом своих интересов. Пока внятной политики со стороны Казахстана и казахстанских властей нет. То есть не пересматривается еще соглашение об общеевразийское, не пересматриваются или не рассматриваются пока на полном серьезе альтернативные пути доставки или экспорта казахстанской нефти. Але враховуючи таку специфіку відносин між Путіним і Токаєвим, нерухомість Токаєва у Москві, те, що допомогли у подіях січня росіяни Токаєву, чи може Путін якимось чином так натиснути на президента Казахстану, аби він надав військову підтримку Росії у війні з Україною? Нет, вы знаете, казахстанское общество очень сильно насторожено в отношении этой войны. В основном люди, граждане Казахстана поддерживают Украину. Но еще раз вам объясню, в Казахстане запрещены митинги в поддержку Украины. То есть было разрешено около 2 митингов.
последующие заявки граждан и волонтеров, которые пытались провести мирные собрания в поддержку Украины, они не разрешаются официально властями. Говорить о том, что Казахстан может предоставить вооруженные силы для России, это было бы самоубийством для Токаева. То есть общество очень настороженно относится и сильно критикует за попытку использовать российские войска для удержания власти в январе. То поддержка или отправка казахстанских войск воевать на стороне России, это было, положило конец правлению Токаева. Що ж, це вже теж непогані новини. Дякую вам дуже. З нами був Димаш Альжанов, казахстанський політолог. Ну, а марафон «Єдині новини» триває, і нам час рухатися далі.